Ребята, всем привет! И сегодня я решил снять ролик очередного челленджа под номером 5. Этот слотик у нас будет очень интересный, потенциал у него огромнейший просто. Как вы думаете, что это? Правильно, вы уже увидели на заставке. Всем очень понравилось или нет, я даже не знаю, что сейчас он даст. Я тоже не знаю. Но я надеюсь, будет интересно. Баланс у нас 50 рубликов. Ставочка по рублику. И нам нужно что? Сделать правильно 50 спинов. Сейчас вы после... Не сейчас. Ладно, в конце ролика переходите в комментариях. Обязательно пишите, что вы думаете по этому поводу. И перед началом запуска 50 спинов не забудьте поставить лайкосик. Ну что, ребята, начнем. Как вы думаете, даст, не даст? Можете прямо сейчас уже написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу, даст он или нет. Пожелали мне удачи, я сам себе ее пожелал. И мы погнали, поехали. 50 спинов по рублю в славике. Нас спасут иксы и, конечно же, славики. А если выпадет бонуска, я буду надеяться, что эта бонуска хоть что-то отдаст. Ну, что, родной? 5 спинов позади, 3 рубля скушала. Отличное начало. Я надеюсь, хотя бы половину баланса он нам отдаст. Если он нам половину не отдаст, это будет печальная тоска. Х3, родной, ты бы сейчас на Х3 закрыл бы, это была полянка. Эти были бабосики. Пусто. Да, яй-яй-яй. Ну, блин, ну плохо. Ни скатера не дал, ни вилдов не закрыл, ничего. Походу, ребята, начинает печалька. Наступает печалька. Нас спасут только вилды с иксами. Только вилды и иксы. Все. Или же бонуска, да. Ребята, уже практически 20 спинов позади. Заноса мы еще не увидели. Слот могучий. Может навалить. Мама, не горюй. Если 2-3 вилда плюс иксы играют. Ну ты, родной, даешь. Печалька. Пока печалька. Хотя 2 байта было. Или 3 уже. Уже со счета сбился. А точнее не считал. Ну как-то пусто, ребята. Если он нам отдаст 5 рублей, это будет печаль. Очень большая печаль. Славик, родной, давай. Навали нам хотя бы одним спином. Полтинник отдай, и будет хорошо. И будет всем счастье. Ну, походу, не собирается, он даже икс не ставит. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребята, 20 спинов осталось. 20 спинов. 7 рублей только у нас. 6 даже. 6 рублей в плюсе пока. То есть он уже скушал, ой-ой-ой. Ну, давай, родной. Ну, поставь ты бонуску какую-нибудь или вилдами. Закрой. Просто достаточно, ребята, нам одного спина хорошего с вилдами, и мы окупимся. 12 спинов осталось. 12. 10 спинов, ребята, это эпик. Но! Вот почему ты сейчас икс не поставил и не закрыл? Ну, есть бонус. Ребята, бонуска по рублю. Хорошо. Бля, родной, пожалуйста, только не опрокинь меня, пожалуйста. Вся надежда на тебя. Хорошо, 2 рублика, поехали дальше. Блять, родной, не надо, как ты любишь, вот это вот x2, x5, нам это не устроит. Хотя бы нам x, блять. Ну нам x50, ребята, надо. Нам хотя бы x50 забрать свое. Ну мы прекрасно знаем, что Славик может дать такое, что мы упадем от страха в обморок. И все, на этом. Ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, Славик об сюда на первый барабан, и это были бабки. Я извиняюсь, но я походу забыл, сколько оставалось спинов. Ну мы, ладно, так и быть, еще сделаем 10 спинов наверх, если он хоть что-то даст. Я от такого счастья, что дала бонуску, забыл, сколько осталось спинов. Ну. Бля, ребята, нам надо ретришки.
и что-то хорошее. Ну, блядь, ну поставь поляну Славиков, пожалуйста. Просто поляна Славиков, и это все. И это все. Пожалуйста. Блин, ну иксы он-то ставит. Ребята, иксы он ставит. Бля, пролетел Вилдик. Ну ладно, это копейка. Уже копейка, и это хорошо. Закрыли. Проходочка есть у нас. Ребята, проходка есть, уже хорошо. 4 спина, надо ретришка. Ну, не дает. Дай ретришку, пожалуйста. Ёптать, сколько Славиков было. Бля, это что такое? Х7, бля, если бы сейчас Славиков поставил, это был бы занос. Ну, ну. Ну ладно, что я могу сказать, ребята? Дал, и уже хорошо. 26 рубликов, у нас полтинник. Я обещал вам еще 10 спинов. Давайте. Там, наверное, оставалось где-то 7-8. Или ровно 10, я уже не помню. Давай, 10 спинов, продолжаем по рублю. Бля, ну я ожидал большего, реально, под конец... Он сделал подставу. Просто подстава под конец. Ну, скорее всего, последних 10 спинов он нам ничего не даст. Это было все, что он хотел нам отдать. Все, что скушал, то и отдал. Правильно? И десяточку решил забрать себе, блин. Ну, почему без икса? Был бы икс, был бы занос, ребята, сейчас. Ну вот и все, ребята. Очередной челлендж. 50 спинов по рублю. А может на один больше, может на один меньше. Вы уже напишите в комментариях, действительно мы их сделали. На балансе у нас 48 рублей. Значит, он скушал всего лишь 2 рубля по факту. Все. Кому понравилось, кому и не понравилось, пишем в комментариях обязательно. И надеемся, если будут хорошие комменты, и даже если плохие, мы все равно сделаем 6-й челлендж обязательно. Но у меня на этом все, ребята. Спасибо всем, кто посмотрел данный челлендж. Всем удачи. Всем пока.